Здесь чудеса, здесь. Дорогие друзья, вон чем-то шашлыками пахнет. Друзья, у нас ужин, а мы вместо того, чтобы хавать 40 видов сыра, 50 видов колбасы, 30 видов шашлыков, мы побежали для вас все снимать. Ну, где лайки, где оценка? Какие жертвы, какие жертвы? Ага. Там все, а бухла сколько всякого. Все виды напитков. Все, от пива до всяких коктейлей крутых и тому подобное. Бейлис, текила, шампанское, виски, текила, виски. Все. А мы фирменный зеленый, фирменный зеленый коктейль Босфор Саргун. Босфорус. Народ там уже в хлам весь, вы пьют ведрами коктейли, а мы бегаем трезвые. Да народ в хлам тут перманентно, с утра до ночи и потом подовы. Не делают, а вот конкретно вот обоплет. Плотную, вплотную он подходит к камышам. Неужели такая низкая осадка? Ух, у него еще и пушки. Бомбардир. Сейчас как зарядит, как пальнет, салютует. Так, это там у нас пробежка перед ужином. Нам бы всем на дно. Нам бы пить вино. Трезвым или пьяным, все равно. 17 человек на сундук мертвеца. И о-хо-хо, и бутылка рому. Пей, дьявол доведет тебя до конца. И о-хо-хо, и бутылка рому. Так, пока заканчиваю, переходим на другую локацию. Понравилось? Так. Понравилось? Нет? Вон сзади к нам в тыл заходит Джек Воробей. Налазы пью. Дорогие друзья, ну, здесь можно ощутить себя настоящим морским разбойником, пиратом с большой дороги. Мы со своей наглостью залезли на чужой корабль, на чужую частную территорию. Uh-huh. Видите, он пришвартован в том месте, где они не пускают никаких туристов, никого. Но мы, естественно, залезли. Он же со стороны воды заходил, да. Снял охрану. Дорогие друзья, вот в эти волшебные места приглашаем всех туристов отдохнуть, набраться сил, кушать, выпить после трудной, тяжелой зимы, после авитаминоза. Здесь вас пополнят всеми витаминами, которые есть в таблице Менделеева. Да. Ну, где-то так. Шнурок заряжи, извините, зрители. У Гоги развязался шнурок. Я его